15 скважин и мощный поток воды. Строительство двух водозаборов в селе Просторное Джанкойского района и Нижинское Нижнегорского района закончено. Работы велись больше 3 лет. Сооружения отвечают всем современным требованиям. Сначала вода качается из скважин, оттуда поступает в трубопровод. Вот по этим трубам течет вода из скважин, которые обеспечивают водой 2 города – Феодосию и Керчь. Мощность подачи воды – 75 тысяч кубометров в сутки. На каждом водозаборе по 2 резервуара чистой воды емкостью от 400 до 2500 кубометров. 10 используемых и 2 резервные скважины. Их глубина 185 метров. С этих скважин вода поступает в резервуары чистой воды, предварительно проходя через камеры смешения, где производится подмес гипохлорита натрия. После чего вода с резервуаров чистой воды поступает в насосную станцию. Также закончили строить и Новогригорьевский водозабор. Вода из 3 источников направляется в Северокрымский канал. Оттуда распределяется на восточную часть полуострова. С 2014 года, когда канал был, перестал по нему подаваться вода, начали искать пути для того, чтобы напоить Восточный Крым. И одним из предложений было использование подземных водоисточников. По федеральной целевой программе на последний этап строительства 3 водозаборов выделили 1 миллиард 18 миллионов рублей. Сейчас они готовы обеспечивать полуостров водой. Лилия Ислямова, Аким Бекиров, телеканал «Милет».